guys, my name is Varya. This is my YouTube channel. Today I'm making video about my usually Saturday, but today it's been unusual because сегодня у меня нету тренировки. Обычно у меня в субботу тренировка, но у меня ее сегодня нету. Но я буду делать подкачку, разминаться, поэтому смотрите. И также я сегодня буду делать всякие масочки. И, как я уже сказала, я буду... Спойлер, в этом видео не будет подкачки. Делать подкачку, разминаться, поэтому вы это сможете видеть. Можете повторять так же, как я. Ну, а перед началом этого ролика я вам хочу сказать subscribe to my channel, а также ссылка в описании на мой будет инстаграм и телеграм-канал, поэтому подписывайтесь, и давайте не будем мямлить, погнали! Сейчас с вами мы будем умываться и делать уход за кожей. Алина, 13 лет. Сейчас я буду умываться вот такой вот пенкой от Dove. Она у меня уже давно... Все хейтят именно синенькую для нормальной и сухой кожи. Именно эта с сакурой, она хорошая, увлажняющая, и она мне не сушит кожу, поэтому все хорошо. Вот все, я умылась. Сейчас я пойду возьму лед, я так практически всегда делаю. Меня, может, на этих кадрах не будет слышно, но, по идее, вам должно быть слышно, потому что это хорошее эхо и хорошее слышно. Вот я взяла лед, но он у меня разбился, пока я его несла. Ну, Прохор, не снимай видео. Так вот, у меня раскололся кусочек льда, поэтому давайте быстрее мазаться я по всему лицу, чтобы у меня не было отека. Теперь у меня вот такое вот лицо красное из-за льда. Я сейчас сделаю вот такой вот скраб от Markiel Cosmetics. Вот, он классный, скрабирует, и после него у меня гладкая кожа, поэтому давайте сделаем. Я на этой неделе делала один раз, а сейчас второй. Варя, что ты этими не пользуешься? Так школа закончилась. Я нанесла скраб, его не видно, а теперь видно. Вот, я его нанесла. И сейчас буду ждать где-то 2 минуты и буду его уже снимать. Я на самом деле не делаю такой уход, но я часто делаю скрабы и умываюсь часто, но просто я прям такой тщательный уход каждый день делаю, ну, такая, почему бы видео и не сделать, и моей коже будет хорошо, как бы почему бы и нет. Прохор, можешь выйти? Не-а, не могу, прикинь. У меня был... Вчера была акция в Миле, и маме в подарок положили вот такую вот маску от Nivea, One Minute Urban Skin Detox Mask for Refine. Вот. Вот, и я решила с вами ее попробовать. Также у меня были блестки, глиттер. И у меня осталась вот такая вот кисточка от них, поэтому буду маску ей наносить. Я переместилась на кровать, чтобы нанести маску, потому что там неудобно. Короче, я сейчас нанесла эту маску, и мне, когда ее наносила, мне так стало тепло в лицо, потому что она... Для сужения пор и детокс или детокс, я не знаю, за 1 минуту, вот. Она сужает поры, и когда я ее нанесла, мне сразу тепло в лицо стало. А сейчас пойдем и весело помоем кисточку от маски. Сейчас эту маску пора смывать, и я сейчас вернусь к вам с чистой кожей. Вот, я вернулась со смытой маской. У меня серьезно, вот у меня были прыщи подкожные тут, но они... теперь их нет. Но их меньше намного. Может, это были загрязненные поры, я вообще не знаю. Но, в принципе, прыщи — это загрязненные поры. Но это, наверное, были не суженные поры. То, что у меня они пропали сейчас. Что вообще происходит? Ну, а теперь мы с вами будем разминаться и качаться.
Я снимаю свою повязку и начинаем качаться. Руки-базуки. А, также забыла увлажнить свои губки. Вот той помадой, которую я вам показывала в My Collection Cosmetics. А еще сегодня мы собираемся гулять, поэтому в этом влоге будут гуляния. Половина действий будут в режиме таймапс. Вот, мы гуляем. Я вам обещала то, что мы будем гулять. Я уже оделась, как вы видите. И мы гуляем. Я сделала мейкап. Просто мне не было ничего снимать. И я не снимала, потому что сильно интересно. Я ничего не делала. Я там рисовала. Где? Что? Болото далеко. Лягушки далеко квакают. Логи. Поэтому... Нет, это рук оборонительный. А здесь, вот там дальше, там получается река. И там вот эти... Бьюти-блогер. Едь. Давай я тебя снимаю. 500 метров. I like lose control. Feel like me, like me to shoot. And I like Luda. Back so make me push or kill. Ooh, I like what we got to do. Hey, shawty, bad with the sketches on. Walking in the bank like honey, I'm home. We're trying to corn. Сейчас будут такие более ненужные кадры. Но да ладно, это просто как мы гуляем практически всегда. А может и не всегда. Мы просто очень много болтаем, поэтому вот, красиво. А также я сделала нюдовый макияж. Здрасте. Это болото? Там болото? Ой, там так красиво вообще, да? Ну и красота. Да, здесь тут крапива. Вода, это лов какой-то, да? Прикольно. Мы прошли 1 километр, видите ли? Мы молодцы. Мы извините, но мне просто заела фраза «руки-базуки». Короче, мы уже прошли вот те ворота, сейчас покажу. Прошли вот эти вот ворота, и вон там вот мы нашли муравейник и засушенную улитку. Это все очень грустно, но почему-то я так говорю, будто это очень радостно, да ладно. Это монастырь. Вот там монастырь. Мне папа сказал, что если я буду плохо учиться, туда пойду. Вот. На тесто этих кадрах я рассказывала маме то, что не надо делать тесто самим, потому что у Брайана Мапса получилось не очень, точнее, все это... плохо, поэтому не надо этого он делать, и маме вот тут вот все рассказывала. Я у мамы стырила очки. Это мелкая. Короче, всякие дела составляет и вот так вот пишет. А, мне надо сделать чужой. Зачем тебе уроки делать? Вон там вот холмские ворота. Мы идем по мосту. You know what this my usually Saturday. So мы доходим до конца моста и идем к холмским воротам. Воротам, вроде бы так произносится. Можете прочитать. Очень жаль. Был расстрелян много меня. Я сказала, там кладбище, там реальные люди. Там есть неизвестные, а есть военные. И вот, это брызгает.
Шипумани, бью, my heart is winning, feety donkeys, мадам кюрле. Старый конвитишн, just can be gone, it's ancient bonny ride. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также subscribe to my channel. Ну это было все, на этом было все. See you soon, bye.